Ремонт участка дороги и пешеходной зоны у поликлиники на улице Морской вот-вот завершится. Объект готов на 95%. Новенький асфальт уже появился на проезжей части. Рабочие обустраивают тротуарную зону. Провести ремонтные работы удалось за счет средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Правда, некоторые замечания подрядчик до сих пор не устранил. Смотрите, вот чтобы было понятно, да? Я ни у ДК работу не приму, ни у вас, пока здесь не будет, соответственно, 1,5 сантиметра. УДК говорит, что вы неправильно сделали. Сейчас новые дороги и тротуары должны соответствовать требованиям доступности. А это значит, что бордюрный камень в месте, где тротуар примыкает к пешеходному переходу, не должен быть выше 1,5 сантиметров. Через 5-сантиметровое препятствие невозможно будет перебраться ни людям с ограниченными возможностями, ни мамам с колясками. И эту ошибку подрядчик обязан устранить. Я четко сейчас обозначил свою позицию, что заказчик не примет работы у подрядчика. И, соответственно, управление дорожного хозяйства также не сдаст свои работы комитету по развитию городского хозяйства, пока у нас не будут выполнены все работы, связанные с обеспечением доступности этой дороги для людей с ограниченными возможностями. На устранение недочетов при условии хорошей организации работы понадобится неделя. И уже тогда мурманчане смогут оценить удобство и качество отремонтированной дороги. Енина Морозова и Павел Третьяков, ТВ 21+.